Всем привет, меня зовут Елена Коваленко. Я топ-лидер международной сетевой компании и специалист по продвижению в области MLM. Сегодня я хочу поднять такую животрепещущую тему, как создание своей собственной системы обучения для своей команды. Это очень интересная и нужная тема, потому что обычно человек начинает создавать команду, и если в его компании или в его вышестоящей команде нету никакой системы, то я рекомендую создать свою собственную систему. На самом деле это не так сложно, но тебе как лидеру это принесет огромные хорошие результаты. Итак, для чего это нужно? Для того, чтобы сплотить команду, для того, чтобы не тратить много времени на обучение каждого человека, и чтобы научить своего человека тоже структурировать свою работу. Первое, что нужно создать, это чаты. Это самое легкое, самое первое, что вам нужно сделать. Например, у нас в команде есть несколько видов чатов. Мы используем такой мессенджер, как Telegram. Там, как нам кажется и как показывает практика, сделать это легче всего. Но вы можете использовать любую структуру, любую схему, которая вам интересна. И у нас, например, есть чаты, где мы делимся результатами. У нас есть чаты командные, где мы обсуждаем различные рабочие моменты, поздравляем друг друга. Есть чаты отзывов, где мы делимся результатами от применения продукции и так далее и тому подобное. Вы сами в процессе работы поймете, какие именно чаты нужны для вашей команды. Второе, что я рекомендую вам создать, это, конечно же, общекомандную школу. Вы можете создать ее и в одиночку, но я рекомендую все-таки собрать свою команду, потому что люди, которые в вашей команде, у них есть уже определенный опыт, и вы сэкономите время. Знания плюс время – это то, что вам нужно. Вы создаете общекомандную школу и оформляете ее или в Telegram, телеграм-канал создаете, делаете там чат-боты, и человек, когда приходит, новичок, он нажимает на определенную клавишу и попадает в разделы школы. Если у вас есть такая возможность, что я рекомендую сделать еще больше, то создайте вашу школу на какой-нибудь хорошей, качественной платформе. Потому что если человек приходит и видит, что у вас есть крутой обучающий сайт, естественно, мнение о вашей компании, о вашей команде, о вашей школе у него намного лучше. Поэтому номер два – это, конечно же, создавайте обучающую школу. Третье, что вам обязательно нужно сделать – это собрать людей, которые у вас в первой линии, опять же, в один чат. Для чего? Вам никогда не нужно распыляться полностью на всю вашу структуру, иначе у вас не хватит ресурсов, ни времени, ни сил, ни энергии. Поэтому научитесь правильно работать с командой. Работайте со своей первой линией, с теми людьми, которых непосредственно вы зарекрутировали лично в свою команду. И в этом чате давайте им всю информацию, обучайте их и учите их в свою очередь работать со своей первой линией и так далее и тому подобное. Поверьте, тогда качество обучения и качество работы будет на высшем уровне. И четвертое, что я рекомендую сделать в процессе вашей работы, может быть не сразу, но со временем. Начните проводить марафоны и различные игры. Вы не поверите, как круто может это прокачать вашу команду. Люди очень любят играть, им скучно просто работать. Поэтому найдите тех людей в команде, которым тоже интересно было бы проводить марафоны. Пусть этот марафон будет не на одну тему, а на три, например, или четыре различные темы. Например, марафоны по красоте, которые мотивируют ваших людей правильно подбирать себе продукцию, если это продуктовая компания. Или марафоны по бизнесу, благодаря которым вы тоже будете повышать товарооборот и будете учить людей быстро и грамотно работать. Поэтому вот этот вот момент обязательно применяй. Кстати, если ты хочешь знать подробности, как создать свою систему обучения, то мой муж Владимир Коваленко в следующем видео расскажет более подробно и пошагово, как это сделать. Обязательно заходи и посмотри его видео. Итак, тема, которая очень интересна любому человеку в MLM, который хочет стать топ-лидером или уже является лидером, я раскрыла. Смотри наше следующее видео, подписывайся на мой канал, ставь обязательно лайк
И пиши в комментариях свои вопросы и все, что ты хочешь мне написать. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока!